Друзья, приветствую всех на моем канале. Сегодня я хочу сделать вам очень хороший ритуал, который нужен всем. Чистка сердечной привязанности, либо чистка привязки к сердцу, на сердце. Это, конечно, магическая привязка или хотя бы психологическая, потому что это серьезная такая вот порча, серьезный вид порчи, потому что очень многих у вас есть сердечные такие привязки, у некоторых даже к умершим, когда вы не можете отпустить, человек уже умер давно, он уже ушел из этой жизни, а ваши мысли постоянно возвращаются к нему, к этому человеку, вы тоскуете, тоска это, конечно, на сердце гложет вас, истощает, вы не можете ничего делать, жизнь, нормальной жизни, потому что у вас просто тоска, депрессия, воспоминания постоянные. Очень часто у вас привязка, это уже не критическая привязка, но это тоже привязка, идет откачка энергии от сердечной чакры в мир мертвых. Тоска по любимому, по родственникам, по умершим. Есть сердечные привязки, когда в этой жизни сейчас вы много лет страдаете за одним и тем же человеком, не можете его забыть, хотя он отпетый мошенник и негодяй, который очень плохо с вами поступил и вел себя очень плохо, но вы тоскуете много лет, хотите его вернуть. У меня есть примеры из жизни с моими клиентками, даже сейчас, которые уже много лет тоскуют и пытаются вернуть людей, мужчин, женщин, которые думают, что это их близнецовое пламя. Конечно, это отдельная тема. Близнецовые пламена, когда вы уже интересуетесь какими-то духовными практиками, вы уже что-то изучили, прошли, кто-то вам уже рассказывал, вам сказали, что там тот или иной человек – это ваше близнецовое пламя. Но как-то у вас не складывается с ним. И много лет вы ждете, когда это близнецовое пламя наконец-то проявит себя хорошо в вашу сторону, да, или как-то сблизится, потому что вам же сказали, что это близнецовое пламя, значит, этот человек должен быть с вами. Ну, конечно, у меня на этот счет совершенно свое мнение, потому что близнецовые пламена встречаются очень редко. Для того, чтобы встретить свое близнецовое пламя, нужно духовно развиваться. А в основном вы встречаете в жизни мошенников, аферистов и мошенников, пикаперов, которые умеют вас привязать по сердечной чакре, по сексуальной, в том числе это вид порчи, в том числе гипнозом, кодировками, программированием, магическими, черномагическими разными методами и вуду привязывают вас, бомбят по сердечной, по сексуальной чакре, и вам кажется, что это ваше близнецовое пламя, да? Поэтому, пожалуйста, всегда нужно смотреть, как человек себя с вами ведет. Не надо ждать годами, десятилетиями ждать, когда за вами наконец-то придут, и придет ваша очередь, потому что очень многие люди поступают с вами очень плохо, потому что, я уже не говорю о том, что деньги выкачивают из вас, то есть по интернету, по-разному, вы высылаете деньги, это чисто мошенники, а думаете, что это ваша вторая половинка, ваше близнецовое пламя. Нет, девочки, мальчики, нет, это мошенники. Конечно, нужно разбираться в каждой ситуация. Поэтому пишите смс мне на Viber, на WhatsApp, Telegram. Мой номер телефона есть на моем канале в рубрике «О канале». Пожалуйста, пишите только смс. Я обязательно с вами поговорю. Я вас проконсультирую. Я всегда веду консультацию в Viber, в WhatsApp, в Telegram, в голосовом режиме. Я хочу услышать ваш голос. Чем человек дышит, ваши мысли, ваше мнение, я хочу услышать. Я потом скажу свое резюме. Потому что я практик, я работаю очень много лет. И очень многие вещи как бы я знаю наперед и знаю за вас, и про ваших близнецовых мужчин и женщин.
и так далее. Поэтому обращайтесь. Сегодня у меня эта тематика, потому что очень многие из вас ведут, когда под привязкой, когда под воздействием привязка к сексуальной и сердечной. Сегодня у нас сердечная чакра анахата. Чистим от сердечной привязки, обрываем, обрезаем, сжигаем. Потому что очень многие люди уже вокруг вас знают, что вас обкрутили, обманули. Или человек где-то уже имеет семью, или живет на две семьи, или неправильно, нечестно с вами поступает, вы все ждете и ждете. И выглядите просто уже по-дурацки, потому что все люди уже знают вокруг, а вы, как в розовых очках, живете много лет и все ждете. И у вас идет откачка сексуальная и сердечная энергия, сердечная чакра. У вас страдает от этого куча много проблем, бьет по финансам, по здоровью, по всем аспектам жизни. Залипаете на много лет и не знаете, почему, в чем причина, и пытаетесь кого-то вернуть, непонятно кого, понимаете? Поэтому вас просто использовали, да? Поэтому чем раньше вы откроете глаза и посмотрите на ситуацию по-другому, то есть посмотрите реально правде в глаза, и даже если она не нравится вам. Сегодня я, конечно, когда вы под привязками этими находитесь и под мороками, и все что угодно на вас есть, я просто хочу вам помочь, очень сложно вам справиться с этой ситуацией, поэтому я хочу сейчас оборвать, обрезать, сжечь вот эту привязку сердечную, по которой идет откачка вашей энергии и финансов ваших, уходит непонятно кому. Я хочу прервать вот эту сердечную порчу, оборвать, сжечь. Сейчас я буду работать с сердечной этой привязкой по сердечной чакре, кто вас бил, бомбил. Но это делали специально, конечно, потому что те, которые уже знали, как на вас влиять. Поэтому сейчас я буду вот эту вот незаконную сердечную связь обрывать, магическую, психологическую тоже, потому что психологические и энергетические связи очень сложно обрывать, и магические в том числе, потому что вам нужно жить дальше и нужно принять реальность. Вы живете здесь, сегодня, сейчас, не надо никого ждать. Если человек не проявляется уже там пару месяцев, все. Обрываете отношения. Отношения значит нет. Не надо никого ждать. Не надо никому отдавать свои деньги, свои заработки. Корячиться на нескольких работах и высылать деньги кому-то непонятно кому, которому вы никогда не видели. Есть тоже, вы высылаете деньги людям, которых вы никогда не видели, которые пытаются, внушают вам, что они вторые ваши половинки, близнецовые пламена и так далее. Так, я обрываю, обрезаю сегодня сердечную чакру, чистим привязки. Сердечные привязки. Привязки на сердечной чакре. Негативные, конечно, привязки. Потому что вы отдаете свою жизненную силу, потому что сердце, сердечная чакра, это одна из верхних чакр, которые связаны с абсолютом, с верхним миром. И отвечает за много разных направлении вашей жизни, в том числе за продолжительность жизни, потому что когда у вас идет привязка по сексуальной чакре и по сердечной, ваш организм просто в один нехороший момент может не справиться, потому что отдает постоянно свою энергию, да, вы отдаете, и может быть инсульт и инфаркт очень часто навязывают, это навязанные вам болезни,
привязанные к вам, потому что вы начинаете больше кушать, вы начинаете тосковать. Эта тоска вся сердечная выбивает вас полностью из жизни. Вы поправляетесь, вы себе не нравитесь, вы не нравитесь себе, вы перестаете не нравитесь кому-то, вы перестаете себя любить. Это очень бьет по самолюбию. Я все свои ритуалы делаю в потоке, поэтому сейчас идет такая информация. Очень часто это приводит к плачевным результатам, в том числе инсульты, инфаркты. Потому что идет перерасход вашей жизненной силы, сердечной энергии и сексуальной в другое, другим людям. Они берут у вас это незаконно. Вы просто сливаете свою жизненную силу, свою любовь отдаете в никуда. Сжигаете свою жизнь, укорачиваете свою жизнь сами. Причем, даже когда вам уже кто-то сказал, вы в это не верите, что вам, у вас привязки, что вас обманули, что вам делают вред специально, чтобы вас использовать, вы в это не верите. Уже на вас смотрят, как на дураков и на дурочек окружающие. Они уже все знают. А вы не хотите в это верить, в то, что вас использовали нечестно. Поэтому я сейчас сердечную привязку обрываю. Ваши мысли в мир мертвых тоже обрываю, потому что сердечная энергия у кого-то уходит в мир мертвых. Людей этих уже нет, а вы все о них думаете. Ваша энергия уходит в мир иной. Даже в снах мертвые приходят, даже в снах приходят те, которые вас привораживают, живые даже, приходят. Когда с вами разговаривают в снах, это специально сделанная работа. Когда человек хочет на вас повлиять, вас привязать, он приходит к вам в снах, это есть такие умельцы, которые умеют это делать. Аферисты приходят к вам и говорят, я за тобой тоскую. То есть целые там дифирамбы вам поют в снах. Живые, которые еще живы, да? И вот они приходят к вам и рассказывают, вы наутро просыпаетесь, Боже, как он меня или она меня любит. Он же такой весь хороший. Ну, это очередная просто порция вам сделали. Сердечную привязку, поэтому тянут энергию, потому что как только вы чиститесь, у меня обрываются вот эти привязки всякие по разным чакрам воздействия, поэтому им становится плохо, они пытаются обратно вас вернуть, потому что когда прекращается поток вашей энергии туда, им становится плохо, у них тоже закрываются финансы, проблемы какие-то, и они пытаются, они понимают, что они берут энергию с вас, быстренько делают привязку снова. Поэтому нужно держать все под контролем и никого не ждать. Держать, конечно, если даже вы никому ничего не делаете, то есть кто-то, кто хочет у вас что-то отнять и забрать. Реально смотрите на жизнь и на вашу ситуацию. Не залипайте в одном депрессивном состоянии. Когда у вас прекращаются деньги, прекращаются заработки, проблемы сплошные сразу, вам стоит принимать меры, потому что не ждите, когда вы совсем разоритесь и когда вы будете в плачевном психическом состоянии, потому что ко мне вы приходите в очень плачевном состоянии, многие приходят в очень плохом состоянии, когда уже все, денег нет, здоровья нет, любви нет, счастья нет. Все пропало, уже все плохо. И вы не знаете, как из этого состояния выйти. Потом вы пишите мне, пожалуйста. Ко мне, пожалуйста, Viber, WhatsApp, Telegram. Только пишите по поводу консультации. Я вам объясню. Буквально пару предложений. Не пишите, пожалуйста, потом ваши все проблемы у меня, чтобы я это читала. Я не буду это читать. У меня полно клиентов, с которыми я работаю. Поэтому, если я с вами не работаю индивидуально,
Пожалуйста, не пишите мне ничего. Комментарии пишите под видео. Но лично мне не пишите ваши проблемы, если вы просто хотите кому-то рассказать. Не надо, я не буду, я буду блокировать. Я переписываюсь только со своими клиентами, с кем я работаю индивидуально, кто оплачивает мои услуги. Если вам нужна консультация, вы пишете смс. Я оплачиваю мою консультацию. Я назначаю консультацию на то время, когда вам и мне удобно. И мы разговариваем во время консультации. И мы решаем, я буду с вами работать дальше или нет. Но потом, пожалуйста, не пишите, кто уже у меня консультировался. Потом вы пишите мне бесконечно. Не надо, я буду блокировать. Все бесплатные мои услуги здесь, на канале, в ритуалах. Я сейчас сжигаю, поняли, да? Не обижаемся. Потому что, когда я даже читаю ваши смски, я сливаю свою энергию на вас. Извините, мне тоже нужно на что-то жить. Я выращивала свою энергию, психическую, очень много лет. Поэтому я работаю, да, пожалуйста, любой труд должен быть оплачен. Все, что бесплатно здесь на канале, смотрите, нет проблем, пожалуйста. Чистим сердечную, ну тут у кого-то просто уже залежи проблем на сердце, и уже настолько обиды въелись уже в ваш мозг, в ваше подсознание, что очень многие уже не в состоянии выкарабкаться самостоятельно. Так, сердечную привязку. Сейчас я помолчу. Все мои ритуалы работают, даже когда я разговариваю. Просто вы, когда ко мне приходите, очень часто вы не знаете, откуда ваши проблемы, почему у вас столько проблем. Вроде бы вы и чиститесь у кого-то, вроде бы уже и что-то делаете, и ничего не решается. Поэтому у меня свой взгляд на ваши проблемы. Я практик. Особенно, когда знакомятся с вами какие-то новые люди, да, и сразу вам рассказывают по интернету, что вы, ты моя вторая половинка, я тебя искал много лет, все, и ты мое близнецовое пламя, все, значит, этот человек уже научен, вам стоит прислушаться, не доверять таким людям. Если люди сразу вам говорят, вот, я тебя так искала, ты там, я тебя искал, я ждала тебя там 10 лет, все, я только тебя ждала. Все, вам стоит насторожиться, потому что это аферисты. У них схема, по которой они работают. Девчонки и мальчишки, пожалуйста, не залипаем. Потому что потом будет еще хуже. Потом вы остаетесь ни с чем. Сжигаю. Очень жарко, да, сейчас? Во всех моих ритуалах наступает момент, когда очень жарко. Так работают энергии. Во всех моих ритуалах работают энергии. Я перерабатываю эту энергию. Я беру ее из эфира, из пространства. Очень многим делали просто привязку на сердечную чакру, чтобы вами управлять. Чтобы вы выглядели глупо. Вам никто не верил, чтобы вы постоянно обращались к человеку, за ним тосковали, не спали по ночам, когда вы ночью просыпаетесь, ни с того ни с сего не можете спать. Это значит, кто-то делает магию уже на вас, привязку, или кто-то делает так, чтобы вы о нем думали, потому что в это время идет ваша энергия, которая потом приносит благо тому человеку, да? А вы тоскуете, истощаете свои силы, свои резервы, свою энергию. Я обрываю сейчас сердечную привязку. Ну, сердечная привязка вместе идет и сексуальная привязка. Поэтому сейчас я концентрируюсь, работаю сердечной.
Но во всех моих ритуалах работает чистка на все другие чакры, в том числе тоже, и на разные магические воздействия, которые были вам сделаны. Сегодня я, видите, как жгу и много разговариваю вам, рассказываю информацию. Потому что всю эту информацию вы потом эти все вопросы задаете мне. Почему он так со мной поступил? Я же с ним так, а я же его и так ждала, и так любила, почему он со мной так? Девочки, мальчики, это относится ко всем. Открываем глаза, сжигаем розовые очки. Поступаем с людьми так, как они поступают с вами. Реально смотрим на жизнь. Влюбляемся в тех, кто вам что-то дает. Должен быть обмен, а не игра в одни ворота, понимаете? Когда вы только отдаете, вам не дают ничего. Должен быть обмен. Ты мне, я тебе. Все, тогда можно договориться. Так нет. Когда только у вас забирают. Так, я сжигаю сердечные. Страсти какие-то просто кипят. Морды били, посуду били, я смотрю. Говорю, как вижу. И так далее. У меня уже во лбу звезда горит. У меня уже такая энергетика. Во лбу прямо аж так, знаете, вот хочется. Ну, энергии. Все мои ритуалы энергетические, очень насыщенные. Во всех моих чистках боль уходит автоматически. Конечно, боль бывает разная в теле, но очень часто боль к концу ритуала уходит или становится легче, когда у вас в теле какие-то болезненные места или органы, конечно. Сейчас я сжигаю сердечную привязку, которую вам лепили, кололи, и вуду делали, и черные магические привороты вам делали, и завязывали, и привязывали, и приклеивали. Методика была разная, у всех разная. Вас много смотрит меня. Все мои ритуалы работают дистанционно. Сжигаю сердечные привязки. Чищу анахату, сердечную чакру. Чистим сейчас. Некротические привязки, в том числе сердечную боль. Душевную боль. Сжигаю. Тоска, депрессия. Уходит в прошлое. Все привязки магические, психологические. Сжигаю сейчас. Чищу вам сердечную чакру. Даже не хочется разговаривать. Наступает момент, когда хочется просто помолчать. Так работает чистка.
Во время моих чисток, моих ритуалов, активируются ваши точки. В вашем теле. Везде. У всех по-разному. В разной степени у всех. Так, я сейчас буду заканчивать чистку, потому что она уже проработала. Энергетика поменялась. Смотрите много раз, кому сколько нужно, потому что вы все разные истории свои жизненные у вас, у всех наслоились на вашу жизнь. Просматривайте, откупы делайте. Если вы что-то отрываете от себя, вы знаете, проблемы хотите оторвать, откупы делайте. Благодарность мне как мастеру. Это совершенно другая благодарность, это совершенно другие деньги, это совершенно другая плата. Откупы вы даете в пространство, отрываете от себя хотя бы что-то, потому что вы смотрите ритуалы и держите все, что на вас наслоилось много лет. Поэтому я сейчас сделала для вас ритуал, для того, чтобы оторвать сердечную привязку на сердечной чакре, на анахате, потому что... Это вам мешает жить и строить вашу жизнь так, как вы хотите. Все мои ритуалы улучшают вашу жизнь, потому что я работаю с созидательной энергией. Я беру энергетику, энергию из пространства. Высшие силы готовили меня много лет, учили. Я медиум, практикующий более 20 лет. Я благодарю вас всех за все. Жду вас на моем канале. До встречи, друзья!